Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 412. Анализируем. Прямая К и окружность пересекаются в точках А и Б. Давайте сделаем чертеж. Прямая К перемещается к центру окружности, то есть к точке О, параллельно самой себе. Пунктирными линиями показано, как прямая К будет перемещаться к центру окружности параллельно самой себе. Вопрос, в какой момент длина отрезка АВ будет наибольшей? То есть длина отрезка между точками, которые обозначены как пересечение прямой и окружности. Мы видим, что наибольшим длина отрезка АВ будет в тот момент, когда наша прямая будет проходить через центр окружности. Как только прямая пройдет центр окружности и будет перемещаться дальше за центр, отрезок АВ опять будет уменьшаться. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.